Сегодня на канале «Другая Испания» с Еленой Вивас долгожданный рецепт паэльи. Что нам понадобится для ее приготовления? Конечно же, в первую очередь морепродукты. И мы используем сегодня ракушки альмехас, сигалас, они у нас тут даже еще немножко шевелятся, галисийские мидии, маленькие кальмарчики чеперонес, креветки обычные, большие креветки, которые в Испании называются лангостинос, и овощи, морковка и помидоры, сладкий перец, лук, чеснок и зеленая фасоль, зеленый горошек, филе морского черта, это наша самая любимая рыба для приготовления паэльи. Конечно же, рис. Используем мы обычный круглый рис. Ну и самые главные компоненты нашей сегодняшней паэльи – это повара. Сегодня у нас в гостях известный бренд-шеф-повар сети московских ресторанов Владимир Климов. Ну и наш постоянный гость Лусьяна Гарсия. И, конечно же, правильная паэльница. Итак, начинаем, друзья. Начинается приготовление, конечно же, с хорошего оливкового масла. Без него средиземноморская кухня просто немыслима. Начинаем добавлять потихоньку овощи. Помидоры мы оставляем на самый последний момент. Мы их не жарим со всеми овощами. Немножко солим. Такой цвет уже будет сейчас. Владимир, мы вчера готовили мясную паэлью. Как тебе вариант мясной паэльи без морепродуктов? Очень вкусный. Да, принцип приготовления одинаковый. Просто вместо морепродуктов используются мясные продукты. Различные варианты. Курица, кролик, свинина, любая другая птица. Что, в принципе, под рукой на кухне есть. Можно все добавлять. Еще хорошо прожарится, добавляем помидоры. Когда томаты немножко пустили свой сок, начинаем добавлять по очереди морепродукты. Первый вход у нас пошли кальмары. Добавляем креветки. Рыба в нашем случае это морской черт. В испанском исполнении рапе. Ароматы овощей и морепродуктов начинают уже вместе дружить и издавать шикарный запах. Жалко, что экран не передает все запахи. Теперь добавляем рис в нашу паэлью. Так как Лусьяно у нас сын известного дизайнера, он любит красоту во всем, поэтому и паэлью мы тоже готовим красиво. Рис перемешиваем
с овощами и морепродуктами, чтобы рис впитал в себя все ароматы, запахи, вкусы. И добавляем воду. Главный секрет паэльи – это правильное соотношение воды и риса. Мы добавляли в нашу паэлью всего одну чашку риса, поэтому воды мы добавляем. Cuánto? El doble más una. Двойной объем плюс еще одна. То есть в нашем случае на одну чашку риса получится 3 чашки воды. И еще чуть-чуть. И теперь ждем, пока вся эта красота закипит. Добавляем в нашу паэлью ракушки альмехас. Теперь красиво выкладываем лангустинос. Можете использовать тигровые креветки. Немножко их нужно притопить, чтобы они хорошо проварились внутри и также обменялись своими соками со всем блюдом. Следующим этапом у нас пошли сигалас. Надо отметить, это мои самые любимые морепродукты. Еще шевелится. Помахали рукой приветственным. Приветствую с махом. Другая он собирается раком-раком задом выходить. Следующие морепродукты — это мидии. Все ложи, не жадничай. Пусть немножко мы нарушим нашу симметрию, но зато будет вкуснее. И заключительный этап – это горошек. Боже, какая красота! Очень важный момент, как отметил наш шеф. Ни в коем случае не мешать рис, когда он уже попал в нашу паэльницу. То есть засыпаем все продукты и оставляем их в покое. Они уже сами обменяются вкусами, ароматами, цветом и так далее. В процессе приготовления паэльи все мидии и ракушки обязательно должны раскрыться. Если, друзья, вдруг какая-то из них не раскроется, обязательно беспощадно выкидывайте ее из любого блюда. Луси у нас во все любит красоту, поэтому он от мидии уже раскрывшихся отделяет одну половинку ракушек, чтобы оставить только ту часть, на которой есть моллюск. Когда паэлья уже практически готова, и мы уже выключили огонь, заключительный этап — это дать паэлье немножко настояться. Мы ее всегда накрываем фольгой плотно, чтобы не выходили ни ароматы, ни пары. И в таком виде даем ей настояться еще минут 5-7. И вот наша паэлья уже готово. Сейчас мы приступаем к самой интересной части нашего момента, к
обеду. Buen provecho. Приятного аппетита. Здоровья. Друзья, если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк внизу и не забывайте поделиться с друзьями. Не будьте жадными. Валя.